называя войной те 8 лет обстрелов, которым подвергался ДНР и ЛНР, мы теряли понимание того, насколько война страшнее того худого мира, который длился 8 лет до 24 февраля 2022 года. Давайте не совершать ту же самую ошибку со словом «геноцид», потому что, да, то, что происходит на Украине сегодня, это страшно. На Украине происходят реальные военные преступления. Это тоже давайте не будем ставить под сомнение, но это не геноцид, потому что, когда геноцид произойдет, у нас в арсенале не останется слов, чтобы описать происходящее, и мы останемся наедине с ужасом просто. Я это говорил задолго до войны. Я говорю, что то, с какой легкостью либералы разбрасываются словами «нацист», «фашист», с какой легкостью они сравнивают всех, кто им не нравится, с Гитлером, заведет их буквально в очень страшную точку, где в момент появления настоящего Гитлера у них больше не будет слов для того, чтобы предупредить общество о происходящем.